сказки для детей. Русские народные сказки. Жил старик со старухой. У него старуха была ужасно на язык слаба. Все болтала. Пошел он в лес, нашел там клад. И боится своей старухе сказать. Та разболтает все. Наконец сказал своей жене: «Жена, я нашел клад. Не говори только никому, а то мне и тебе от барина достанется». «Нет, — говорит, — я никому не скажу». Ночью взяли они заступ, пошли отрывать клад. Вышли они в поле, жена и поднимает блин. «Муж, что это такое?» «Молчи! Нынче блинные да пирожные тучи шли!» Идут они дальше, и нужно было им переходить мост. Идут они по мосту, в этой реке в сетях заяц ворочается. Она у него и спрашивает: «Муша, что это такое?» «Это барские рыболовы в реке зайца поймали». Идут они дальше. В капкане в поле щука ворочается. «Муж, что это такое?» «Это барские охотники в капкане щуку поймали». Идут они дальше, подходят к лесу, там козел закричал: «Муж, что это такое?» «Это нашего барина в лесу черти бреют!» «А это он все подделал, чтобы ее обмануть!» Пришли к месту, откопали клад, принесли домой и поставили его под печку. Стали они жить богато. Соседи стали спрашивать у нее, откуда у них такое богатство. Она и проговорилась, что клад нашли. Узнал об этом староста, сказал барину. Это мужик узнал, что барин знает, что он нашел клад. Взял клад из-под печки и спрятал в подпол. Вот барин призывает его и спрашивает: «Нашел ты клад? Твоя жена рассказывает, что ты нашел». Он и говорит: «Да знаете, у меня полоумная. Вы извольте ее призвать и спросить у ней». Барин приказал позвать его жену. Пришла она. Барин и спрашивает: «Правда ли, что твой муж клад нашел?» «Правда, батюшка, истинная». «Где же он у него?» «Сперва лежал под печкой в чашке, а теперь не знаю и где». «Да когда же он нашел?» «Да помните, сударь, когда блинные да пирожные тучи шли?» Барин думает, не полоумная ли она в самом деле. «Да помните, как ваши рыболовы в реке зайца поймали?» Барин молчит, все смотрит на нее. «Да помните, когда ваши охотники в капкане рыбу поймали?» «Что ты врешь?» «Да невдомек ли вашей милости, когда вашу милость в лесу черти брили?»
Барин рассердился на нее, велел ее высечь. И с тех пор муж стал доволен своей.